Ну, игра тяжелая была. Долго не побеждали, если не ошибаюсь, 8 месяцев. Это очень важная победа для нас, чтобы в дальнейшем мы почувствовали уверенность, что можем побеждать, идти на вершину. А гол, ну, гол, да, первой высшей лиги. Я очень счастлив, что помог команде победить сегодня. Обычная длинная передача, там, ну, не длинная, Руслан Лискович нашел проникающую Женю. Женя прокидывал вратарь, выбил, я просто принял и увидел, что далеко вратарь, и перевесил его. Молодая, амбициозная команда, все молодцы, стараются, никаких проблем в коллективе нету. Но есть к чему стремиться, есть предел к победе. Сказал, что играем спокойно от своей игры, не назад не садимся, все, прессинг, все, длинные передачи, нужно забивать еще, никаких проблем в этом нет. Главное играть в футбол, не садиться за линию мяча и не отбиваться просто, играть в футбол. Тяжело играть пока физически, поэтому, чтобы не усугублять, где-то не добежать, не доработать, 70-я минута уже ответственная игра, нужно было просто освежить игру.